Мы в школу, ребята. Что-то у нас дождик снова крапает, непонятно. Вот, Джончик насобирал травы. Пожалуйста. Ждем, пока заберут. Джон контролирует автобус. Говорит, куда же она поедет? Она снова немножечко опоздала, но все равно молодец. Погодка сегодня вообще. Но обещают, что нормально все будет. Как бы пройдет этот дождь и все. Ну, не знаю, у меня прям голова, ребят, вот сегодня ночью, где-то в 3 часа ночи проснулась, представляете, вообще от того, что у меня голова болит. Я встала, выпила стакан воды и 2 таблетки Эдвала. Вернулись мы с прогулки, я Джончику говорю, давай-ка поехали в Коско, потому что я не взяла, ребят, в прошлый раз 2 упаковку воды и бумажные полотенца. И вот мы заехали на заправку Коска. Значит, смотрите, вот бензин сколько? 3,52 обычный и 4,23. В общем, такие у нас цены. Время у нас без 5:10. Коска открывается в 10. Поэтому я Джончику и говорю, давай-ка заправимся, а потом уже в Коска. В общем, вот так промокли, ребят. Дождь прям вообще. Смотрите, моя куртка. Капец, вся мокрая. Но зато прогулка удалась. Да, нам очень понравилось. Ну, Джончик, видите как? Он без меня бы так не пошел. Там вообще никого не было, только мы. Мужичок тоже заправляется. А там за нами мужик, ребят. А он все уже уезжает. Он похож на Санта-Клауса. Он говорит, ну да. Ему надеть этот костюм и прям вылитый. Ну-ка, сейчас он выйдет. Такая белая борода, белые у него волосы. Такой, знаете, пузатенький. Так, ну что там, Джончик у нас? Все, закончил он. Ой, куртка упала, блин. Вытащила мужа в Коска. Набрали уже там печенье. Знаете, пришли, как говорится, за водой. И что там еще? Полотенца мне нужны были. Так, пакетом возьму. Смотрите, какое пиво продают. Нифига себе. $70. Так дядя убежал снова. Эти колбаски вкусные. It's a very tasty. Так, нашли такую водичку Сан-Пеллегрино. Вот в таких баночках. Потому что Джончик уже не пьет у нас ничего. 15.79, 24 баночки. Yes. Yeah, we can try it, I can try it. Короче, 0 калорий, ребят. Со вкусом клубники, апельсина и еще что-то я забыла. Ну, посмотрим, я потом открою, покажу вам. Просто он хочет что-то такое, да? Вместо пива, вместо как алкоголя. Так, вода, дяди. Ух ты, сколько они тут воды-то натаскали. No, just paper towels. And that's it. Так, baby wipes. 13.99. Надо ждать скидку. Да, но сегодня поспокойнее. Вкуска, ребят, конечно. Не то, что в прошлый раз. Yeah, I can look. We can get ice cream, John. You want ice cream? Waffle. John, what about waffles? Too big of a box. Too big? Yeah. Ну да, 72 вафли. Ну, цена хорошая. Пришлось, ребят, еще брать мачино, потому что она говорит, надо купить 2 коробки, представляете? Ну, там цена хорошая, $6. Мы взяли одни шоколадные, а другие кукурузные мафины. Так что вот, здесь проверяют, чтобы вы тут ничего не утащили. Смотрите, какая машина классная. Я как ребенок, знаете, Джону показываю. Смотри, машина поехала. Да, ну вот, дождик все еще идет. А куртка моя высохла. Ой, ребята, мы приехали. У меня так ноги болят, потому что я сегодня так упорно ходила. 2 круга прошла. Да, один еще с горкой. А Джончик один круг прошел. Потому что, видите ли, дождь. Понимаете, американцы такие, говорю. Мало того, что мы одни были, и потом я одна осталась. Вот. Ну, Джону друг позвонил.
Поэтому он по телефону болтал, и я что, я же не буду сидеть. Просто так. Дождик, конечно, классный сегодня. Вы знаете, милый. Милый дождь. Хорошо, когда банечка в школе. Ой, чистота, порядок в доме. Пойду, ребят, с ним плавать. Ну что, вот, особо много не купили. Мороженое. Очень важный продукт. Да. Скидка была на вот это средство для мытья посуды. Органическое масло оливковое. И там вода, еще что-то. Ну, сейчас Джончик принесет. Какой у нас шикарный вечер. Вы себе не представляете. Вода в нашей ванне. Ну, так кто-то назвал наш басик. Как парное молоко, ребят. Вы себе не представляете. Сейчас покажу. 90 дегри. И сколько Цельсия. Сейчас посмотрите. Так. Как вам видно? А, какая красота! У нас семейный заплыв. Ой, Who's loving mommy? Как вам? Круто. Да, смотрите, уплывает от меня. Уплывает. А Дэвид как липучка, его не отлепишь. Ладно, ребят, будем плавать. Водичка реально шикарная. Просто супер. Вот он. Сюда перебежал. Дадину траву теперь жрет. Ну да, травка ему тоже нравится. Ну что? Как твои дела? Куда ты побежишь дальше? А? Зайчонок? Потек? Красавчик такой, да? Мне и хвостики нравятся, такие прикольные, беленькие. Не боится меня. Ну как, вот он убегает, но так не боится. Ну что, давай, уходи. Не хочу, чтобы ты мои цветы ел. Давай. Ладно, ребят, я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.